Итак, приветствую, мои дорогие друзья, подписчики на моем YouTube канале. У нас очередная одна такая, кажется, такая вот маленькая посылочка с Китая пришла. Сейчас вместе с вами ее откроем, вместе покажем, что же нам тут пришло интересненькое. Посылочки идут что-то плоховато, по-маленькому. Так, у нас здесь такой вот кролик. Кролик у нас прислали с сайта Jun. То есть стоил он там вообще копеечки. Ссылочка на данный товар будет в описании. Можно будет перейти, заказать. Сейчас быстренько вместе с вами его так посмотрим. Понемножку потестируем. Так, такой вот у нас кролик. Светильный кролик. Пластмассовый. Есть такой вот грязный, видите, самый вот этот открыл. Вот. Такой вот китайский дешевый, пластмассовый, еще и грязный. Вот упакован. Made in China написано. Так, 4.08. Ну, я уже заказывал раньше. Так, ну что, будем проверять набор работоспособности. Вынимаем, у нас вот тут вот такая специальная стоит штукенция, чтобы заглушить. И да, светится у нас красным только цветом. А, переливается. Красный, зеленый. Тоже дальше у нас. Синий. Смотрим дальше. Так, сейчас попробуем проверить его размерчик. Так, возьмем нашу китайскую ручку инженерную с линеечкой. Линеечка у нас тут к 7 сантиметров и приложим. Данный девайс у нас 7 сантиметров ровно, как эта ручка. Такая вот светящаяся штукенция. Светильничек такой, ночничок. Вот. 7 сантиметров. Вот видно на ручке. 7 сантиметров. Такой вот у нас светильничек. Ссылочка на данный светильничек будет в описании. Переходим, заказываем. Все, видите, работает. Правда, качество такое себе. Не скажу, что на высоте. Видно, что немножко вот грязный. Не хочет фокусироваться. Вот, видите, вот здесь вот немножко грязный. Ну, в принципе, думаю, что не влияет оно сильно на сам товар. Всем спасибо за внимание. Такое у нас коротенькое видео. До новых встреч. Не забываем подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Всем пока. До новых встреч.